Он образец эпохи золотой, когда цвела в поступках красота, а не в гордыне мелкой и пустой, где расплодились ложь и суета. Когда никто не строил из могил сословный ряд вельмож и нищеты, и каждый рыцарь подвигами жил, без хвастовства, вранья и болтовни. Когда еще не продали страну мошенникам, бандитам и ворам, и воин вел священную войну за родину, за веру и за дам. Пусть наступило время темноты, мой друг, солдат и рыцарь красоты. Он образец эпохи золотой, мой друг, солдат и рыцарь красоты.